Всем привет! Вы на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах, перспективных ICO и о баунти компаниях. Сегодня в обзоре проект Spective. Это возвращение проекта, это продолжение его краудсейла. Давайте посмотрим, с чем этот проект вернулся вновь на рынок. Сразу забегая вперед, могу сказать, что это уже готовый продукт, есть работающая платформа, поэтому это очень-очень большой плюс для, как для привлечения новых инвесторов в проект, так и для перспектив его развития и продвижения и токенов этого проекта. Итак, о проекте. Представляем Spective. В Spective есть два направления. Это первый кейс виртуальной реальности Spective и протокол токенов Signal. Давайте поговорим о том, что это такое. И начнем с протокола токенов Signal. Протокол токенов Signal, или сокращенно SIG, разработан для децентрализации покупки или продажи и вознаграждения за привлечение внимания через медийные платформы, исключая при этом централизованных посредников из рекламных транзакций. Сейчас очень актуальна в целом тема рекламы на блокчейне, а именно при помощи смарт-контрактов добиваться целевой аудитории, то есть нужной публике показывать нужный контент. Это очень правильно, к тому же большое такое вот новшество, то что потребитель контента будет вознаграждаться токенами. И, соответственно, эти токены может там использовать в как продавая, торгуя этими токенами, так и приобретая какие-то услуги или продукты проекта, который эти токены ему дал или заплатил. Итак, рекламная кампания и смарт-контракты. Используя протокол сигнального токена, рекламодатель может использовать SIG через смарт-контракты, связанные с целевым контентом. Сейчас этот контент активный или горячий. Это значит, что публикаторы, зрители и кураторы могут взаимодействовать с такими рекламодателями через смарт-контракт и получать вознаграждение в форме SIG токенов SIG за привлечение внимание к данному контенту. То есть это такое вот развитие, мы на самом деле стоим на пороге вот такой вот следующего витка эволюции в рекламе, да и много в остальных отраслях, когда при помощи блокчейна и смарт-контрактов открываются новые ниши, или ниши, которые уже были, бизнесы, которые уже, бизнес-модели, которые уже существовали, выходят на новый эволюционный уровень. Рекламный бизнес этому очень-очень яркий пример. Каждый просмотр рекламы или клик передается в смарт-контракт рекламной кампании через стороннюю программу отчетов. Смарт-контракт рекламной кампании будет автоматически награждать пользователей, участвующих в данном мероприятии в форме SIG. Благодаря использованию смарт-контрактов блокчейна с публичной верификацией и доверительных программ отчетов данный протокол исключает посредников из процесса привлечения внимания к продукту. То есть мы имеем низкую себестоимость рекламы, мы имеем целевую аудиторию. С другой стороны, потребители рекламы имеют именно тот контент, который они хотят видеть. Они получают ту рекламную информацию, которую хотят получать, и плюс за это получают вознаграждение в виде токенов SIG. Это очень-очень здорово, это удобно всем, это минимизация затрат, и это увеличение потенциальных покупателей или потребителей какого-либо продукта. Это очень хорошо. Далее, протоколы с открытым кодом. Компания Spective разработала протокол сигнального токена специально для использования в рамках Spective. Но мы понимаем, что осуществить точный анализ данных по привлечению внимания очень сложно. Кроме того, чтобы реальные рекламодатели могли использовать SIG протокол, должен иметь больший функционал, чем просто поддержка контента Spective. SIG подходит для любой медийной платформы, которая работает с рекламой, используя видео, аудиотексты или смешанные варианты. Другими словами, сигнальный токен не ограничен компанией Spective. Наоборот, он разработан в качестве
собственного децентрализованного и автономного протокола, который поддерживает различные компании по привлечению внимания. То есть этот токен может действительно быть использован на других платформах, схожих по функционалу, и, в общем-то, осуществляя те же функции. Каждая медийная платформа может интегрировать свои уникальные механизмы для мониторинга оригинальных данных по привлечению внимания, способствуя долгосрочной эффективности протокола. Отсюда мы видим, что действительно проект Spectiv очень серьезно, очень глубоко и достаточно надежно и профессионально пришел на рынок со своей платформой, да, со своим предложением сигнального токена, который может использоваться как внутри платформы Spectiv, так и на других платформах, которые связаны с рекламой. Spectiv выступает в роли первого испытателя данного протокола, генерируя реальные прикладные данные для поддержки его будущего использования другими медийными платформами. Это был сигнальный протокол Spectiv. Далее прямые трансляции с помощью виртуальной реальности. То есть вот это вот второе направление, я думаю, что они будут совмещены, это будет, наверное, ну, это вот все идет к телевидению будущего, да, это уже вот ведет действительно к новой форме рекламы, подачи контента, рекламного, информационного, развлекательного, да, и оно все рядом. И Spectiv это понимая, он видит, смотрит в будущее и понимает, что реклама, она всегда будет рядом с шоу. Она всегда будет рядом с телевидением, или с, будь то интернет-телевидение, или это будет не как-то там IPI-телевидение, то есть вот, ну, тем не менее, с подачей видеоматериала. Реклама всегда будет связана с подачей видеоматериала. И вот следующий эволюционный шаг в подаче видеоматериала – это есть виртуальная реальность. Различные платформы, различные способы подачи дополненной или виртуальной реальности. И Spectiv будет осуществлять прямые трансляции с помощью виртуальной реальности в событиях. Виртуальная реальность транслирует спортивные события, концерты и не только с наиболее удачных точек, обеспечивая настоящую вовлеченность. Это позволяет зрителю не только наблюдать за происходящим из дома, но также полностью погрузиться в эту атмосферу. Это потрясающе. Можно сидеть дома и при помощи там бокс виртуальной реальности сидеть на лучших местах стадиона, там игры вашей любимой команды или какого-то крупного мирового спортивного события, при этом меняя эти места и наблюдая за происходящим с разных точек зрения. Это действительно потрясающе. В Spectiv это взялся реализовывать. Это очень здорово и действительно вдохновляет, и просто возникает желание, чтобы действительно этот проект, чтобы у него это действительно получилось. Далее. Поддержка сообщества. Виртуальная реальность получает помощь от людей со всего мира. Вот что отличает Spectiv от других платформ. Spectiv позволяет обычным пользователям транслировать свой жизненный опыт через собственное оборудование виртуальной реальности. То есть, будет это вот, то есть, кто-то может что-то делать, вот, там хорошо, качественно делать, интересно делать, и это транслировать в виртуальной реальности. И люди, которые заинтересованы, которые там, что это вот можно сказать, сравнить с каким-то вот Ютубом будущего, да, то есть вот я так это понимаю. Далее. Оригинальный Spectiv. Оригинальный контент виртуальной реальности, созданный в пространстве с известными организациями и продюсерскими компаниями. Этот контент производится с помощью самых современных технологий виртуальной реальности и контролируется производственной командой Spectiv. То есть контент будет создаваться еще и самой платформой Spectiv. При помощи, как мы вот видим, самых известных организаций и продюсерских компаний, занимающихся в этих областях,
и также с использованием современных технологий виртуальной реальности. Это будет очень интересно. Альфа-версия платформы. Запуск первая неделя ноября. Вот это очень-очень важно. Об этом есть также упоминание в ветке Bitcoin Talk, о том, что альфа-версия Spectiv виртуальная реальность V1 станет полнофункциональной платформой виртуальной реальности для прямых трансляций. Она уже вышла первая неделя ноября, которая позволит пользователям загружать и просматривать контент, создавать каналы, аккаунты, совершать подписку и так далее. Альфа-версия V1 будет технологически усовершенствована согласно отраслевым стандартам. Она будет поддерживать обзор Rift или видео прямо через, или Vive прямо через веб-браузер. Все это последовательно в качестве дополнения к компьютерным и телефонным наушникам с микрофоном. Мы сотрудничаем с несколькими разработчиками виртуальной реальности, которые предоставят большой выбор качественного контента в данной альфа-версии платформы. Поэтому мы будем рады поделиться такой возможностью с нашими участниками. Это потрясающе. Это можно просто путешествовать, сидя у себя дома и используя приборы виртуальной реальности, которые будут предоставлены Spectiv в широком ассортименте. Это очень здорово. Более подробную информацию о проекте, о его деталях можно узнать в белой книге этого проекта. Ссылка будет в описании к видео. Spectiv – децентрализованная платформа доставки потокового контента виртуальной реальности. Белая книга. С растущим развитием виртуальной реальности мир начнет видеть, что раньше нереальные возможности становятся коммерческими фактами. Поэтому многие размышляют о том, что виртуальная реальность может быть следующим революционным технологическим бумом. Spectiv – это платформа, позволяющая пользователям и организациям транслировать свой уникальный опыт внутри виртуальной реальности всему миру. Пожалуйста, обратите внимание на этот проект. Я думаю, ICO закончится раньше сроков. К самому ICO мы еще вернемся. Мы поговорим об этом в следующем видео. А теперь, сейчас есть время изучить этот проект. Есть официальный сайт «Белая книга». Пожалуйста, изучайте его и принимайте участие. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!